Армяне, азербайджанцы, украинцы, русские, корейцы и многие другие народности собрались в эти выходные на фестивале «Многонациональный Хабаровск». Его приурочили ко дню основания центрального района города. В ноябре ему исполнится 85 лет. Подробности в сюжете Александра Пискун. Сегодня проходят фестивали. Это боевые искусства и фестиваль национальных кухонь объединили в один фестиваль «Многонациональный Хабаровск 2022». А вы кого представляете сегодня? Мы украинцев. Да. Расскажите вот про свои наряды, что у вас? Юбка. Головной убор. Это сорочка. Это крылатка. Вот она, крылаточка. Это фартук, фартук. А это краечка, которую закрывали, оберегали себя женщины. Мы входим в ассоциацию корейскую. Корейскую ассоциацию, ну, вот, Дальнего Востока и Сибири. Сегодня мы будем петь. И мастер-класс у нас будет. В корейской кухне мы будем делать бибимбап. Приглашаю сейчас гостей, чтобы они подошли сюда и размешивали. Вот буквально за секунды все разлетелось. Все съели. Очень необычно. Ну вот ощущаются вот эти все приправы. Ну мы их кладем, но не в таком количестве. Это называется тандыр. Ну он электрический. Да. Шашлык повесили. Минут 25-30 уже готово оно. Армянская душа чище всего. И в этом особенность шашлыка? И в этом особенность, да. Душой надо все делать. Показывали всю красоту нашего вида боевых искусств, тэквондо. Спецтехника, силовое разбивание досок, небольшой спарринг по митам. И формальный комплекс – основная такая ниша нашего вида боевых искусств. Сегодня город Хабаровск, Хабаровский край – это многонациональный регион. Все конфессии, все религии сочетаются и живут в дружбе и согласии. Все национальности, которые присутствуют на территории Хабаровского края и города Хабаровска – это одна большая семья. Это русские, украинцы, коренные малочисленные народы севера, корейцы, татары, башкиры, ну все, белорусы, то есть 145 национальностей. Поэтому вопросы сохранения гражданского мира, межнациональное согласие приобретают актуальное очень значение, особенно сейчас. Как вам концерт, как вам праздник? Очень хороший праздник, молодцы, выступления молодцы. Хорошие. Отличный праздник, Понятно. Отличный. Это впечатление здесь такое, что очень весело. Концерт отличный, прям очень хорошо. Почаще вот такие концерты в городе Хабаровске были. Александра Пискун и Степан Крокус. Смотри Хабаровск.